Всем привет! Представляю новый турецкий сериал под названием «Долг жизни». Сериал знакомит зрителя с многосложной семейной историей, полной скрытых мотивов и загадок. В основе сюжета – переплетение судеб двух семей, чьи жизни оказались тесно связаны после трагического дорожно-транспортного происшествия. Эти истории пронизаны предательством, тайными романами и сложными взаимоотношениями, где каждая деталь таит в себе нечто большее. С одной стороны, зрителю открывается жизнь мужчины по имени Серкан, который пытается стать отцом для троих детей, оставшихся без своего родного отца. С другой стороны, судьба женщины Хандан, изо всех сил стремящаяся защитить своих детей, переживших потерю отца и всю трагичность утраты. Сериал глубоко и остро раскрывает такие темы, как семейные тайны и узы, недозволенные чувства, внутренние конфликты и антагонизм между разными поколениями, показывая, как каждый из героев сталкивается лицом к лицу со своим прошлым и своими секретами, какие тайны будут раскрыты, а какие связи прервутся навсегда. Премьера сериала «Долг жизни» состоится уже в этом году. Точная дата выхода будет известна позже,